Привет! Как прошел день? Супер! Отцы и отчимы не всегда ладят друг с другом. Но мы с Дасти разработали беспроигрышную схему. Ты купил угощение на вечер? Заеду за выпечкой по дороге в школу. Выпечкой? Ну, может, ты сам хочешь заехать? Нет, то есть... Обычно, когда ты повторяешь за мной и трясешь головой, значит, ты мне не доверяешь. Я просто подумал... Что? Испечем сами. Без базара, Брэди. Давай напечем домашних булок. Эй! Еще раз прогудишь и останешься без зубов. Спасибо за отличный какао. Ребята, у меня для вас сюрприз. Деньги на 9. Батон еще один поднят. В этом году отметим Рождество все вместе. Ура! Алло, дедушка Курт? Слушай, твой отец ведь не знаком с новым улучшенным Дасти. И именно над этим он будет стебаться всю дорогу, вот увидишь. Боже правый. Вау, это что, он? Такой стильный. Неужели сам ходит за покупками? Дасти. Держи сумку и подгони машину к выходу. Это муж Сары. Нафига он здесь? О, я жду своего отца. Пап! Папа! Вот он, мой здоровяк! Последний раз они виделись очень давно. Прошло всего 2 недели, а кажется, целая вечность. И не говори, папа. И этот тип воспитывает твоих детей? Внучата! Расскажи анекдот. У меня есть отличный. Трупы двух шлюх. Прибивает к бей? Нет, не надо. Он испортит нам праздник, Брэд. Точно испортит. Единственный, кто может испортить тебе праздник, смотрит на тебя вон из того зеркала. Я вижу только тебя, Брэд. Прости. Вот так. Вот. А теперь? Все еще ты, Брэд.